Всем здравствуйте, ребята. Сейчас у нас тут пролетает вертолет. О, какой чувак, молодец. Давай, давай, давай. Так, ну что ж, с вами Ромлептон. Почему я не могу снять, кстати, Асфальт-9? Потому что он мне не позволяет. Я не знаю, что с ним происходит. Не дает он мне. И все тут. Поэтому вот пока что идет вот это Асфальт-9. Так что это, в принципе, мои проблемы. Думаю, в этом видео мы с вами откроем уже 5-й сезон, который у меня так нагло отобрали в этом обновлении. Нагло так взяли. Ох, 3, 2, 1. Тут уже такая вот графика после Асфальта 9. Кажется, что попал куда-то непонятно куда, черти что творится. Понимаете? Ой. Да блин! Да какого фига я не попадаю в это кольцо? Оба. Ох ты ж. Интересно, как выглядит в Асфальте 9 режим заражения, если он там, конечно, есть. Я вряд ли в это верю. Потому что там все полностью обновлено. Там есть клубы даже. Такие, как в SimCity Build, типа. Так. Сюда. Сюда. Да блин, а чё он такой непослушный, этот Ford GT? И вообще, Асфальт 9 получше, чем вот это вот, мне кажется. Вы получаете очки 6000. Первый. Конечно, с таким вот Фордиком. Где здесь нитро, я хочу спросить, дорогие друзья. Да, просто это жесть. Смотрите. Да, еще будет SimCity Build It. Нара. Давайте скорее обновляем информацию. Кстати, пойду прокачиваю мою любимую Ламборгини. Где она тут? Это не ты, вот ты где. Мы тебя повсюду ищем. Нитро, ускорение, максимальная скорость. За 2,73. Еще бы улучшить. А давайте это. Бац. Ранг 1515. Я вот думаю, а можно ли в мастерстве сейчас посмотреть? Нет. Кстати, серия классная. Быстрого заезда добавили ли сюда? Погоня на спутниках, а? Почему-то ее упорно не хотят добавлять сюда. Ну, ладно. Так, так, так. Bicycle. Let's keep up. Так, Lamborghini. Думаю, получится у меня в этот раз. Она у меня очень мощная, очень сильная. Очень крутая Ламборгини. Альпы. Альпс. 3, 2, 1. Кстати, а вы знаете то, что у Лего есть такой набор, который называется... Лего техник Ламборгини Сиан FKP-37. Прям вот это вот Ламборгини Сиан. Ну,
зеленая только. Но Lamborghini Sienna... Фигак, это что было? И Сиан 37. Вот это вот самое. Вот какая она. Мощная. Быстрая. Жа! Вертолет спасательный. Он в него не врезаться. Здесь вообще будет экстрим, смотрите. Паркур на тачках. Черт, лавина! Я ничего не видеть. Я ничего не видит. I'm not looking. Вот там. Ничего. Черт, 10 секунд осталось. 5 секунд! Oh no! Oh! Да не успею я, все. Думал разворот сделать на земле, офигли. Это асфальт 8, тут так нельзя здесь. И тач-драйв здесь нету. Вау. Подработаю чего-нибудь там. Не знаю. Как я не люблю. Давай ты обновляй. Дурак. Скоро. Ладно, фиг с ним. Чё здесь можно? Lamborghini Asturion. Прикольно. Да, кстати, R и D. Начнём тест, пожалуй. Гонка на спутниках. Заражение. У нас тут завелся вирус, и поверь, ты не должен его подхватить. Разворот, прыжок, время в воздухе. Что ж, постараюсь. Orbital Loop. Пик-пик. 3, 2, 1, go. Вау, газ. Мощная тачка вообще-то. Несмотря на то, что вроде электрическая. Хотя может быть и гибридной. Ты чё, дурак? Бац! Отметочку не собрал. А жаль. Чё, уже финиш? Чё, серьёзно? А, нет, не финиш, фух. То место, откуда мы финишировали. Налево, направо, но только вперёд. Макрион. Так. Отметочка. Это прекрасно. Oh no. Уй, бац. Чего? Уй, пам-пам-пам. Оба. Отметочка. Черт. В принципе, заражение через один. Да. Это все типично для моей модели. Уи-папам. Уи-папам. О, ну, о, ну, о, ну. Все готово. Все задания выполнены. Наверное, все. Да, все. Кредиты. Где кредиты? Мама. 2000 кредитов. Есть только две вещи, которые можно увидеть из космоса. Великая стена и твой талант. Что больше? Это мы и собираемся выяснить. 6 бочек, дрифт 600 метров. Запомнили? Финишируйте первым. Первым, значит первым. The Great Wall. О, Будда великий. На трамплинчике отметка качества. Это прекрасно. Ladies and gentlemen. Вау.
круто было. Нагдалбан. О, манайверху. Черт, не туда попер. Ах ты. Чего? На тебе. По морде. Все, есть дрифт. One drift. Есть. Да где эта бочка? О, хорошо, что я здесь поехал. Черт, нет. Это не совсем. Блин! Да какого фига у меня бочки эти не делаются? Финишируйте первым. First, так first. Окей. В смысле? Уй! Ну, фиг с ним. Шестой. Все, капец. Не сделал я. Вы сохранили все отметки и качества и потратили 50 жетонов. Как прекрасно. Да. А потрачу, в принципе. 2200 кредитов. А далее наш ИИ. Рекомендуем. Ну ладно. Итак, 5-минутный нитростартер. Они мне... Думаешь, истинный гонщик обязан обладать железной волей? Ха! Да у нашего ИИ нет вообще ни воли, ничего-либо человеческого. Французская Гвиана, это понятно. ИИ — это искусственный интеллект. Вот и ИИ, сверхиспытание ИИ. Идеальный ИИ. Посмотрим, насколько ты идеальный ИИ. Че, он вообще в аварию не вляпается? Вы хотите мне сказать, уважаемые разработчики? Да вы что, серьезно? Вы хотя бы знаете, то, что у человека один шанс из 10 выиграть у этого ИИ вашего? Вы хотя бы понимаете, что вы творите? Ладно, не будем об этом. Уи... Да. И у них действительно идеально по сравнению со мной. Потому что у меня все человеческое. Я же человек. Каждый человек на земле чем-то не похож на других. На-н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 а. Хорошая песня. Ой, да, гибеда, гибеда, гибеда. Ой, не гибеда. Ой, не беда. Ну, и уже давным-давно приперся. А я все еще лечу. О, oh, no. Ну, конечно. Я же не ИИ им. Я же человек. Каждый человек на земле чем-то не похож на других. В смысле? Я хочу вас спросить, а он что, на 15 секунд меня выгнал? Уж да, времечко-то уже. Уже давным-давно пора SimCity Build-It. Итак, наш любимый SimCity Build-It. Получаем сундучеллу. Вау. Стоп, мне показалось что-то знакомое в его расположении города. Ladies and gentlemen. Лименс всегда придут на помощь. Ladies and gentlemen. Лименс. Придется продать все семечки.
Придется собрать все семечки. Чего не ради награды. Но потом нас ждут великие Thousandly 150 40 50 10 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
всем thank you for watching and goodbye.